День, дорогие друзья, и снова с вами я, Наталья Боева, и моя рубрика «Рецепт от шефа». Как вы уже обратили внимание, что сегодня мы опять напросились в семью Цацулиных Григоришиных. Правильно я говорю? Да. Правильно. Прошлая передача у нас была посвящена 1 сентября, но мы продолжаем наши эфиры с семейные эфиры, скажем так. Мама и ее младший сын. Сложно так, да, сказать, что сын уже давно перерос маму. Но мы опять же напросились в гости. Что же вы нам сегодня, Наталья Владимировна, с вашим прекрасным младшим сыном Владом приготовите? Что мы будем сегодня готовить? Как наше блюдо называется? Сате. Сате. Что же это за блюдо? Расскажите нам. Наше блюдо называется сате. Это, если переводя на русский язык, овощное рагу. То есть блюдо из овощей. Овощи могут быть абсолютно разные. Для приготовления сате из овощей нам понадобится овощи, баклажаны, перец, кабачки, картофель, морковь, чеснок, лук, зелень, петрушка, укроп, базилик, кинза, специи, соль, желательно адыгейская, прованские травы, растительное масло, цветная капуста, помидоры. Так как у нас в Наталье Владимировне прекрасный большой огромный участок приусадебный, она вырастила все овощи, которые мы сегодня будем использовать сама, с помощью своего замечательного сынулика. И давайте, наверное, начнем, а в процессе мы продолжим нашу беседу. С чего мы начнем, Наталья Владимировна, что мы будем делать? Что мы будем делать? Ну, прежде всего, мы сейчас баклажаны. Потому что это блюдо, это овощи, которые должны немножечко постоять в соли, чтобы выпустить горечь. Чтобы ушла. Да, чтобы из баклажанов ушла горечь. И они тогда будут не жили вкусно, конечно. Поэтому займемся баклажанами. Я знаю баклажаны. Мы сегодня втроем, на троих. Будем, как мы их режем, что мы с ними делаем. Да. Есть какая-то специальная, кубики или кружочки? Вы знаете, нет, они, в принципе, можно, да, полукружочки, например, вот такой баклажан не особо плотный, поэтому его разрезаем пополам. То есть мы делаем кубики, крупные кубики, да. Сате, кстати, это блюдо, которое нельзя мелко резать, это вот как раз такие крупные кусочки. Все, приступаем тогда, мы с вами заниматься овощами. Ну, а я скажу, почему мы, наверное, пришли сегодня к Наталье Владимировне в гости. Так как ее очаровательный сын является студентом, да, можешь сказать, да? Да, студент. В этом году студент. То есть он закончил 9 классов успешно и поступил на первый курс, как да? Правильно называется? Строительной техники. Техникум строительных технологий, если правильно называется. То есть он у нас студент, который... Какой профессии ты получишь? Электрик. Ну, это не то, чтобы электрик, а энергетик. Друзья, у нас наконец-то будет система. Централизованная система. Электрик. Это очень нужная нам специальность. Потому что я сразу сказала, мне электрик. Нам нужен электрик. Поэтому нам нужен электрик. Правильно, мама, она практична. Все, что пригодится в хозяйстве, да, туда мы отправляем. Ну, наверное, физику хорошо, да, знаешь, вот. Неплохо. Скромненько. Если что, мы подтянем. Неплохо. Молодец. Ну и расскажи, как вот новый коллектив, новая уже такая взрослая жизнь. Все-таки когда даже в 10 класс идут наши дети, они все равно, мне кажется, остаются школьниками и детьми. Когда вот они выходят из стен школы, мне кажется, они становятся сразу такими взрослыми. Да? Блаженчики. Почувствовал, что ты стал более взрослым, чем ты был в школе студентом? В смысле школьником? Да, но все равно первое время сложно. Не в своем коллективе, не в своей родной школе. Ну, конечно, там было легче, да? Оно было чуть-чуть сложнее. Но ничего, все пройдет.
и привыкнешь к тому плесень. Все, мы дорезаем наши баклажаны. Они у нас сейчас уже закончатся. И мы их засыпаем солью, да? Да. Кстати, мы сейчас готовим, в принципе, и пропорции какие-то. Вот на 6 порций сатэ. То есть на 6 порций. Для этого нам понадобилось 5 баклажанов. Вот такие средние. Средние, да. Если крупные прям баклажаны, то достаточно будет, скажем, там 3. Ну а вот у нас оно овощное, да, получается, сатэ. Есть оно разновидность этого сатэ другого? Да. Мясное, там, я не знаю, что. Это по вкусу. Кто-то любит добавлять мясо, либо курицу, либо мясо. Кто-то любит рыбу. Даже есть с кальмарами сатэ. То есть, это на любителя? Да, это на любителя. И на любителя, конечно же, еще и грибов сатэ. Чтобы грибы добавить. Так, ну что, мы сейчас наши баклажаны посолим, как мы уже говорили. Соль я вообще вот как бы для овощных этих применяю от Египта. Она со специями, она пикантная. Солит. Берешь прям такую хорошую, хорошую, да, щепотку. Еще. Засыпаем. Пониже. Еще. Как часто маме помогаешь на кухне? Он очень часто сам готовит, когда маленькая. Ну, при загруженности работы мамы, когда там ей готовить, накормить ребенка? Скорее всего, ребенок кормит маму. Очень часто бывает так, что ребенок кормит маму. Какой самый любимый блюдо, который можешь готовить? Ой, яичница. Да, кстати, он ее очень вкусно жарит. Почему-то. Мы пока отставим это в сторону. И сколько настаивается она должна? Ну, 20 минут. Угу. Вот пока мы будем готовить все наши остальные ингредиенты. Да, угу. В общем-то. К чему теперь переход? Вот. Можно теперь кабачки резать, кабачки перцы чистить, резать. И приступим, конечно, лук, морковь. Ну, мы перекладываем баклажан, наверное. Кабачки резать. Да. Давайте перцы назовемся. Теперь продолжаем. Мы приступим к кабачкам. Кабачки, в принципе, точно так же, как и баклажаны. Покрупнее напополам и крупными кубиками. А я пока займусь перцами. Перцы мы очистим. Перцы можно абсолютно разные. Кто-то красный любит, кто-то зеленый. Но я вот сегодня и красный, и зеленый, можно и желтый. А для чего? А для того, чтобы красиво. То есть разноцветие. Красивая, да. Картинка у нас получится. Да, красивая картинка у нас получится. У нас вот такой разноцветный. Я крупно режу, а глаз, мне кажется, не очень. Я крупно режу. Не, нормально. Так, а почему мы складываем все отдельно? Мы это сказали уже. А, потому что мы каждый... Вот сатэ, в принципе, можно готовить и вместе все овощи, то есть соединять. Но лучше всего, конечно, все овощи отдельно чуть-чуть обжаривать, а соединять потом все вместе. Они тогда получаются более сочные, более, скажем так, не разваренные, а цельные. Ну и вкусные, конечно. Ну, уже прям, мне кажется, свинтик. Ну да, очень. Если еще, конечно, шашлычок нам было бы под это дело. Вообще, да, это очень хорошо, что это... Как гарнир считается. Не, оно как и основное блюдо, и как гарнир можно. Так, мы порезали. Так, перцы. Точно так же крупно. Мы тоже режем, да? То есть вот прямо пополам. Еще и еще на раз. Да. Вот так режем? Да, да. Маме на кухне, но и был также первой палочкой-выручалочкой у нее при клубе. Ну давай рассказывай, в чем ты там, в каких ты кружках, в секциях, у нас, на это извините, в кружках, сюда баклажаны, ой, да. Кабачки? Нет, 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 вот сюда, перцы. Чем ты занимаешься? Да практически всем. Все, что можно, и потанцевал чуть-чуть, да, и попел. Да. Ну ничего, бывает. У нас тут подошел еще один сыночек. Мамин. Ну, чтобы ускорить наш процесс приготовления, мы нашу замечательную Наталью Владимировну уже отправили к
плите обжаривает наши нарезанные овощи. А мы с Владом продолжаем резать. У нас еще остались перцы, картофель, лук и морковка. Все мы будем резать потихонечку. О чем будет разговаривать? Да, Влад? Мы с тобой начали разговаривать про твои любимые кружки в мамином учреждении. Где-то там пел, плясал, танцевал. Ну а в техникуме? Ты, наверное, пришел и прям сказал, я умею петь, плясать и танцевать. Ну, что-то типа того, да? Ну, да. И тебя сразу там заметили, заприметили, или пока еще так все, учебный процесс? Пока только прошлый. Там, наверное, тоже творческая жизнь есть в учреждении. Я думаю, у всех это. Пока только уроки. Ничего. Заметят, такого молодого, красивого, высокого. Мальчики, нельзя их принять. Ну, расскажи, что мама лучше всего готовит? Вкусно? Мама все вкусно. Я понимаю, мама все вкусно. Ты лучше расскажи, а вот в особенности. В особенности очень хорошо получаются блины. Да? Русские блины? Я думаю, что это национальное, там такое вкусное. Манты, например. Овощи. А передать им, конечно, вам овощи. Начинайте, приступайте. Опередила тебя. Взяла морковку уже почистить. Так, слушай, так морковку я режу, я тебе вот этот прибор передаю. И я начинаю резать картофель. Мы все это продолжаем резать кубиками. Овощей у нас очень много. Сказала, это на 6 порций, мне кажется, тут на 26 порций. Нет, оно немножечко ужарится. Ну, ужарится, ужарится. А не пробовали это блюдо приготовить на костре? Да, но еще вкуснее. Можно и в духовке это блюдо готовить, кстати. Ну да, в принципе. Но все то же самое будет. То есть обжаривается все по отдельности, да? Да. Друзья мои, обязательно воспользуйтесь этим рецептом. И приготовьте. Нет, в духовке можно, кстати, не отдельно. Вот в духовке как раз таки можно это блюдо все вместе соединить. Единственное, что потом все наши овощи соусом специально приправить, который делается. Ну, вы нам расскажете про специальный соус. Да. Но опять, я думаю, что можно что-то заменить. Я, например, не люблю такую крупу. А с одной стороны, наверное, чем крупнее овощ, да, если вдруг вы его не любите, он вам не нравится, его можно так раз его раз и сторонку соседу в тарелку перекинуть. Это трудно. Картошку мы с морковкой можем? Да. Ты это все чисти, а я буду ее как бы, ну, резать. Ты понял, да? А я буду резать лук. Любимый. Ага. Рукодельная она. Вырастила овощи такие все красивые. Как с картинки. Ну вот лук этот, кстати, очень мне нравится. Он сладкий. Он как раз таки для сате. Очень хорошо. Он цвет красивый. И он сладость дает. Вот некую такую. Поэтому я больше люблю фиолетовый для сате, нежели вот белый. Мы сейчас попробуем, да, и скажем вам, насколько это вкусно. Я думаю, что это очень вкусно, особенно если к мясу, это, наверное, очень вкусно. Да, ну уже глаза начинают резать от лука. Так, что я ей скажу, что он сладкий. Ой. Да, в этом году очень мало дождей было, и поэтому лук немножко такой рисковатый. Лук он любит воду. Сейчас я как чихну. Лук он любит воду, а дождей мало было в этом году, поэтому он немножко... А может, возьмем, наверное, мисочку с водой? Да. И лук положим в воду. Владик, подай мисочку с водой. Владик, надо мисочку с водой, а то я плачу, и ты будешь плакать. Это специальная миска. Ее воды налей. И как долго овощи обжариваются? Да. Как это, золотистые корочки или как? Да, там можно увидеть, то есть немножечко такой небольшая золотистая корочка. Сильно обжаривать нельзя, иначе это будет невкусно.
каша будет. Овощи должны сохранить свою, то есть вот такой вот, целостность такую. Угу. То есть сначала овощи обжариваем, а соль уже потом будем вводить. Ну да, потому что соль, она сразу отщелкнется, наверное, будет водянистая, да? Да. Ой, я опять же плачу. Я все время, Наталья Геннадьевна, ей такое блюдо подгоняю, чтобы она плакала у нас. А песня она так и не спела. Вы просили. Может, я стесняюсь. Может, я все же спать. Вот так вот оно готовится, Влад. У меня глаза не действуют на лук. Наверное, ты это делаешь, мама, каждый раз, да? Он ну, частенько чистит, да, и лучок, и картошку часто помогает. Ну, я вижу, справляется. Он вообще, конечно, помогает. Что касается огорода, наверное, особенно в этом году, большая часть на него легла. Я на работе, занята все время, а он с огородом возился. Ну, конечно, кому же еще Саша, что заниматься огородом. И поливал, и пропалывал, и, ну, а трава, и газон, это, конечно, его уже святое дело. Ну расскажи, какие бонусы тебе за это мама делает? Вовремя гулять, сказать. Вовремя, да, у нас уговор. Сделаешь, делай это, и, пожалуйста, сделаешь, гуляй смело. Это да. Нет, он просто понимает, что мама одна, папа все время у нас в разъездах, в отъездах. Мама не одна, просто папа работает. Папа все время в разъездах, в отъездах, а еще в этом году так пришлось, что... Ну, у всех это на работе, да, папа большую часть находится. Ну ничего, все это когда-нибудь закончится, все придет к нормальной жизни, все устаканится, все войдет в нужное русло, и все мы будем жить, как и прежде. Да. Не, иногда говорю, что огородом надо, наверное, заканчивать. Сил не хватает, времени нету. А с другой стороны, когда вот соберешь вот такую вот красоту, думаешь, ах, все свое, сегодня только с утра собрано с огорода. Поэтому без нитратов. Да, все вкусно. Я, кстати, не поливаю ничем свой огород. За исключением, если только жука такого не будет. Экологически чистая. А так необыкновенно. Кормка тоже экологически чистая, свойская. Ну, практически сад огорода у нас тут начался. В принципе. Близко. Да. Рукодельная ты наша. Нет, мы еще стараемся как бы не поливать ничего, потому что внучка еще маленькая, 4 года, которую хочется покормить вот именно без нитратов овощами. Тем более она очень любит перчики, она очень любит морковку, она любит кабачки, помидорчики. Вот она как раз таки любит овощи. Умница. Ну, это бабушкина внучка. Ну, Наталья Владимировна, мы вот как-то увлеклись овощной рагу, но откуда вообще, мы, по-моему, даже не сказали, откуда вообще произошло это название сате, что это вообще блюдо? Вообще, как изначально, французское блюдо считается, но, как и в любой национальности, особенно в кавказская национальность, особенно, тоже они готовят вот такое блюдо. Сате. Это в честь французского режиссера назвали это блюдо сате. Он как-то назвал? Клод Сате. Клод Сате есть французский режиссер. И вот почему-то в честь его, да, я тоже об этом даже и не задумывалась никогда. Но вот, думаю, надо почитать, посмотреть, что это за блюдо. Да. Что оказывается, в честь этого французского режиссера было названо это блюдо. Хотя это... У нас на русском языке, у нас русский, обычное рагу. Я думаю, есть это в любой национальности, это блюдо просто с каким-то своим названием, ну и с какой-то своей изюминкой. Вот наши овощи фасируются.
Как я уже говорила, что все овощи обжариваем абсолютно отдельно. Для лучших вкусовых качеств. Наши ингредиенты готовы. Мы их обжарили, ну или покассеровали. Ну, скорее всего, даже мы их обжарили. То есть слегка такой вот оттенок у нас присутствует. Все ингредиенты готовы. И осталось нам соединить их все вместе. Как мы будем соединять? Масло, в котором мы пассеровали наши все овощи, мы его не выливаем, не меняем. Мы его просто взяли и вылили. Наш общий такой большой сотейник. Здесь нужна, конечно, большая такая емкость, большой сотейник, да. Потому что порция у нас все-таки объемная. Семья у нас большая. Теперь, что мы будем делать? Мы будем сейчас все эти ингредиенты смешивать. Разницы нет, в каком порядке вы будете их, скажем так, вводить. По той причине, что они все равно немножко у нас перемешаются. Красиво. Такая цветная палитра очень красивая. Да. Красная, зеленая, оранжевая, синяя. И остался у нас картофель. Да у нас много еще осталось. У нас много осталось. Ничего, мы все поместим, не переживайте. То есть оно еще все утушится. Оно немножечко еще потушится и все немножечко, как говорится, осядет. Ну, конечно, у кого есть посуда больше, побольше. Или другой, по-другому и можно сделать. Чуть-чуть уменьшить. Уменьшить порции. Да, порции уменьшить. Уменьшить немножечко порции. Но так как у нас семья большая, все любят поесть. Все любят поесть. И все любят поесть вкусно, да, Влад? Так, вот мы их сейчас все соединили. Теперь, что нужно будет делать? Мы поставим сейчас наши овощи, опять же, на медленный огонь. Умеренный, не медленный и не большой, на умеренный огонь. Немножечко, да, пусть пока тушится. Тушится еще, вот они все вместе должны 10 минут, но не более того. Крышкой накрываем? Крышкой накрываем. Иначе, скажем, уже будет эта каша. Да. А пока они немножечко тушатся, мы приготовим с вами соус. Со специями, которыми уже мы варим наше соте. Все? Для вкуса. Да, мы отправляем наше соте на огонь. Мы переходим к приготовлению соуса. Ну и у нас это будет делать Влад, мы ему доверяем. Итак, Влад, давай бери ложку и смешивай ингредиенты. Что берем? Берем чайную ложку соли.
Она не сильно соленая, так что можно сюда высыпать чайную ложечку. Прованские травы. Тоже чайная ложечка. Все по чайной ложечке. Теперь мы добавляем соевый соус. Пол чайной ложечки. Это может и чайная ложка, не страшно. Так. И еще что добавляем у нас? И бальзамический уксус. Бальзамический уксус тоже пол ложечки. Ну, получилось так. Очень страшно. Да, я думаю, такую порцию это... Все это перемешиваем, а я вот что сделала. Мне же нужно... Да, чесночок надо отдельно в этот соус сейчас. И обязательно, вот буквально, пол чайной ложечки сахара. Чеснок у нас очень. Я так понимаю, именно мелко рубленый чеснок, чтобы вот эти вкусовые качества чеснока сохранились. Они же выдавлены. И чеснок мы туда же, да? Да, в этот соус добавляем. Еще один, да? Два. Не хватит много. Да я думаю, все, достаточно. Достаточно. Да, чеснок, не потому что очень довольно-таки крупный. Да, поэтому я думаю, достаточно чеснока. Ну а там кто как любит. Да, на любителя. В принципе, да, кому быстрее, можете добавить и два чеснока. Зубчика нет. Все, перемешали мы. Да. Это мы. Сломано. Берем. Ну, что нам это не нужно. Да. Что нам осталось дальше? Делать зелень. Вот зелень как раз таки, ее мы будем не резать, а рвать. А почему? Почему? Потому что, ну, говорят, что зелень соприкосновения с металлом как бы теряет свои какие-то витаминные качества, свойства. И вообще, вот что на Кавказе, что французы, что итальянцы и мексиканцы, вот сколько я смотрела, они зелень именно рвут. Поэтому нам нужно немножко петрушки. Петрушки? Нет. И базилик. Базилик. Листики можно прям рвать. То есть мы берем только листики, ножки нам не нужны. Не, нам ножки не нужны. И как мы ножки убираем? Рвать. Прям как вам нравится. Как у нас получится. Да, как вам нравится, так и рвите. С моим пальцем, как я, конечно. Можно покрупнее даже. Тоже тут настолько мелкий петрушка. Покрупнее можно, да, не обязательно мелко. Хочу с тобой занятие, да, да? Порвать зелень. Да. Сюда мы можем наши ножки складывать, пока только они нам не мешают. Ну, мужчина, он пошустрее все делает, у него он руки большие, ручка большая. И получается у него прям базилик, Владик, базилик. И укропа, Владик, еще можно прям побольше. Базилик можно вот базилик. Этот... Весь, вот этот весь базилик. Базилик можно. Это вообще волшебная трава. Да. Как мы недавно узнали, из него прекрасный, чудесный чай получается. А потому что это же разновидность мяты. Да вы что? Да, базилик это разновидность мяты, поэтому базилик добавляется в чай. Из базилика компот варится, добавляется, он придает привкус и плюс всего еще придает цвет. Мы пробовали. Безумно вкусный чай получается с базилика. Я думала, что он только к мясу. Нет, не знаю, насколько правда или нет, но вот знакомый педиатр, у нас есть женщина, она, например, все время говорила, молодые мамы кормящие для лактации, то есть... Чуть-чуть медицину, скажем? Да, для лактации вот этот базилик в чай заваривать и немножко с молоком, и тогда вроде как, что у женщин лактация лучше происходит. Чуть-чуть мы попросите. А ничего, бывает. Бывает. Вернем его на место. Ну и все.
Я думаю, все красиво будет, оторвет. Сколько нам еще зелени? В принципе, порция большая. Порция большая, поэтому, Влад, ну давай, теперь ты, заверши. Он красивый такой. Зелень, да, рвать. Mm-hmm. Еще укропа, прям покрупнее, не мельчи его. Нет, давайте, сейчас я вот буду крупный рвать, а ты будешь его прям более мелкий. Думаю, с моим пальцем не очень красиво получается. Держи. Так. Ну а мы тем временем наш соус, то есть минут 5 наши овощи потушились, и соус теперь мы, конечно же, добавляем в наши овощи. Но соли здесь в соусе маловато, поэтому мы еще немножечко посолим дополнительно. Ну я думаю, в принципе, можно даже потом попробовать по самым качествам, как кому-то. Да, кому как быстрее. То есть поэтому это мы сейчас... А, еще забыла. Обязательно душистый перец, немножко прямо сюда тоже, буквально за 5-3 минуты до приготовления. Да. И перчик можно потом еще, когда уже овощи все готовы. Так, соль я немножечко подсолю, потому что этого маловато. Мы это сделали, блюдо наше приготовлено. Выглядит оно очень фантастически, ярко. Ну вот я не знаю, даже, наверное, по-осеннему уже можно сказать. Вот эта вот морковка, да, оранжевая, она как раз и придает такое вот осеннее настроение в этом блюде. Друзья, давайте расскажем, все ли у нас получилось. И начнет, конечно, Влад. Влад, у нас все получилось? Так я как думаю, вот мама всегда готовит, да? То есть вот мы все выполнили правильно, всю технологию мы... Соблюли, таком слове вряд ли есть. То есть мы всю технологию выполнили правильно. Давай на прощание, наверное, нашим телезрителям скажем несколько добрых ласковых слов. А мы будем попробовать. Что пожелаешь зрителям нашим? Смотрите нас, друзья мои, смотрите. Мы вам расскажем много еще чего интересного. Ну, Наталья Владимировна дополнит. Да. Ну, дорогие зрители, я желаю вам приятного аппетита. Сейчас время ужина скоро будет, да, или обеда, кто как. И готовьте, дерзайте. Очень ждем ваших заявок, друзья мои. Очень много разных рецептов. Пишите, рецептов множество. У каждого есть свои какие-то традиции, свои рецепты, свои вкусные любимые блюда. Пишите нам и приглашайте нас, и мы обязательно к вам приедем. Ну а с вами был рецепт от шефа, или была рецепт от шефа, и Наталья Боева. На этом пока-пока. До новых встреч. Приятного всем аппетита. Люди постоянно что-то смотрят, чтобы интересно провести свое время, узнать что-то новое, просто отвлечься и отдохнуть. Но как выбрать то, что действительно будет полезным, достоверным и увлекательным? ЦКС Онлайн. Мы говорим обо всем, говорим не скучно и достоверно. ЦКС Онлайн – это новый культурный медиапроект централизованной клубной системы города Воронеж. ЦКС Онлайн – это синтез интернет-канала и медиапроекта в самом широком смысле слова. Мы ведем ежедневные онлайн-трансляции в YouTube, ВКонтакте и на Facebook. Мы говорим с экспертами и берем интервью. Выпускаем видеосюжеты и предоставляем площадку для выступлений. Учим и учимся сами. ЦКС Онлайн – это более 15 постоянных рубрик и проектов. Присоединяйтесь и вы. ЦКС Онлайн. Мы говорим обо всем.